Друзья, всем привет! Вы на канале Голос Калифорнии. И сегодня я пришла в салон, где меня отнесут колеса. Вот. Называется America's Tire. Вот, мы сейчас внутри. Я вам покажу, что снаружи значит. Мне здесь нравится, что сотрудники все одеты в черном. Здесь сегодня очень много народу, если честно. Видите, это Америка Стайл. Так, слава богу, что они закрыты в субботу. Видите, вот такие вот колеса. Сотрудники что-то там пишут. Видите, вот сотрудники в черном здесь. И вот этот вот в красном, я думаю, что, скорее всего, он менеджер, потому что он все вот в черном, он почему-то единственный в красном. По крайней мере, кого я видела. Вот. Здесь вот так вот выглядит внутри. Видите? Столько колес. Запах здесь идет, смотрите. Опа. Вот. Эта ласточка заезжает. Тоже, наверное, менять колесо или шины спустила. Не знаю. Вот. Но они как бы заняты, знаете, бизнес. О, Rivian. Смотрите, R1T. Это та компания, где я работала. Прикольно. Вот, ну, примерно вот так вот выглядит автосалон, где меняют колеса. Штат Калифорния, America's Tire, но America's Tire — это как бы франшиза. Она есть по всей Америке. Но как они обслуживают, мне очень нравится, кстати. Что примерно вот так вот выглядит автосалон, где можно поменять колеса. America's Tire. И да, и цены у них, кстати, приличные тоже. А так, друзья, записываемся на канал Голос Калифорнии, где я снимаю все видео про настоящую жизнь в Америке. Подписываемся, ставим лайки и пишем комментарии про то, что вы хотите увидеть еще в Америке. Я буду ждать. Спасибо.